возникновение интернета совпало с крушением советской системы. От абсолютной свободы. Именно прямо порнографии не было. Это! До арестов за репосты. Главу ВКонтакте Павла Дурова допросят следователи. Такова вот жизнь, так она выстроена была. Россия – лучшая страна в мире! Что ждет российский интернет в будущем? Закроют ли Google или Facebook? Я думаю, рано или поздно, да. Фильм лауреата ТЭФИ Андрея Лошака. Мне очень приятно, что мой проект «Холивар истории Рунета» выходит на телеканале ТВК. История русского интернета. С понедельника по четверг в 21:30 на ТВК.